в это величественном соборе, в день, когда мы чтим икону Божьей Матери Казанские, мы совершили молебен перед началом фестиваля Небославян. Небославян – это небо нашего спасения. Небославян – это Христос. Небославян – это благочестие. Небославян – это восхождение самого себя к Богу и привлечение за собой всех тех, кто окружает тебя – детей, близких, родных, друзей, всех тех, кто живет рядом с нами, трудится. Вот что такое небославян. И задача фестиваля – показать красоту нашего русского мира, показать чистоту нашего русского мира, показать чистоту нашей культуры, нашей песенной культуры. Что происходит в последние десятилетия с человечеством? Происходит деградация. Деградация во всем. Духовная деградация, культурная деградация, деградация в литературе, в живописи, в архитектуре. Если мы с вами посмотрим на деяния наших отцов, мы увидим красоту, мы увидим величие, мы услышим прекрасные звуки. Если мы смотрим в деяния современных наших, тех людей, которые живут вокруг нас, архитекторов, писателей, музыкантов, мы уже не видим той красоты, которая привлекает нас к Богу. Мы видим действительно ту деградацию, которая происходит в человеческом обществе. Еще раз повторю во всем. И еще раз повторю, что задача нашего фестиваля, задача небославян – показать ту чистоту, красоту и сохранить ее, и передать ее своим детям. Для того, чтобы они продолжали сохранять эту искру, эту лампаду, которая будет гореть высоко горы стоя и привлекать к себе тех людей, которые ищут Бога, тех людей, которые ищут дорогу к Богу, тех людей, которые ищут дорогу к спасению. Всех вас сердечно поздравляю еще раз с началом фестиваля. Безусловно, здесь нет победивших фестивалей и проигравших, здесь нет лучших и худших и средних. Здесь все люди, участвующие в фестивале, все люди, единым сердцем соединившиеся, славя Бога и славя наш благочестивый славянский мир, совершают это доброе делание, делание сохранения той христианской цивилизации, которую дал нам Господь наш Иисус Христос. Той христианской цивилизации, которая сохраняет нашу жизнь в течение этих 2000 лет и помогает нам находить путь, еще раз повторю, к Богу. Кураторами фестиваля будет два протоиерея, маститых нашего Севастополя, города Севастополя, Симферопольской, Крымской епархии, протоиерей Стефан Славчинский, помощник благочинного, протоиерей Борис Кровец, также помощник благочинного. Дай Бог вам в добрый путь, дай Бог вам успехов и приятного завершения фестиваля 24 числа. Ангел вам хранит. С Богом. Спасибо, Господи.